Алёша, почему ты не спишь? Мам, ну одну минуточку. Сейчас же ложись, никаких минуточек. Ложись сейчас же. Это что ж такое нарисовала, а? Это мы на охоту идем. Вот я. А этот великолепный охотник, наверное, папа, да? Нет, дядя Витя. Почему же ты дядя Витя? Да. Ой, глупый ты еще, Алёшка. Костя! Костенька, ну-ка погляди. Погляди, как на тебя похож. Леночка, ну не отвлекай ты меня всякой ерундой. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Хотите чаю? Нет, благодарю вас. Кофе? Спасибо. Ну тогда сигареты, пожалуйста. Я не курю. Ой, я тоже не курю. Вы знаете, никотин очень вредно влияет на связки. А я певица, для певицы связки все. Проходите, пожалуйста, не стесняйтесь, поглядите. Узнаете? Это я в роли. Копия, масло. Узнаете? Руку. А? Не, не мою, конечно. Руку художника. Не знаете, что вы. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Это прекрасный художник. Но не будем называть имен. Как говорится, пока художник жив, его личная жизнь – не достояние народа. Иду к тебе, мое сердечко! Ну что? Улыбаетесь, как какой-то дурак. И вы посылаете мне все время какие-то отвратительные скрипучие гады. Все ли у вас в порядке, Мальволио? Да. На сей вопрос соловьекалком ответствовали, да. Да как же вы смеете являться к своей прекрасной госпоже с такой неприличной развязностью? Тьфу. Да. Я понимаю, очень трудно такое сразу принять сердце. Но ведь мы с вами люди, и у нас есть разум. Что такое? Что это вы на меня так смотрите? Ты ли? Чё ли? Я. Надежда, как вас по отчеству? Ой, что делается? Людк! А, Людк? Что? Глянь, что делается. Это ведь она. Здрасте, Люда. Угу. Вы что, намерены скандалить? Угу. Я же к вам пришла как к умной взрослой женщине, Надежда. Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Ну, я так понимаю, что наша встреча подошла к концу. Спасибо за внимание. Мы обсудим с Василием создавшуюся ситуацию. И результаты сообщим вам в письменном виде. До свидания, Люда. До свидания, Надя. Провожать меня не надо. Всего доброго. Живите дружно. Сейчас я тебя провожу! Девушки, уймите вашу мать! Тихо. 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 Зараза! Людк! А, Людк! Фу, деревня! Клятая жизнь! Чёртова жизнь! За что? За что такие муки? Всю жизнь я прожила в страхе, потому что артистка, и от всех зависишь. Но даже если бы не была артистка, я все равно жила бы в страхе. Я же вижу, как другие живут точно так же, как и я. Старая зайчиха всю жизнь просидела под кустом. Устала. Устала всю жизнь, как на остановке простояла. Все жду, все чего-то жду. Thank you.